Ну, девчонки, привет. Проанонсировал другой салат сегодня. Хотела приготовить же оливье. Но что-то у меня, походу, ничего не получается. Не то, что не получается, а что-то я попробовала, вкусу думаю, нет, наверное, давайте не будем вводить в заблуждение. Это все-таки будет не оливье. Сейчас поставлю, чтобы видно было. Вот так, наверное, да. Смотрите, покупаю в этот. Раньше все время покупали с дочерью вот такую смесь замороженную в Валде. Она называлась, здесь, значит, горошек, морковь, картошка и этот, как ее называют, фасоль стручковая. Мы в нее раньше колбаски подрежешь, майонезику плюхнешь даже без яйца. И замечательно прям оливье выходило. Ну, что-то я подумала, так подумала, да, это мы знаем, что на оливье похоже. А им-то все-таки надо аутентичный, да, сделать, чтобы попробовать дать. Здесь немножко другой. Горошек-то не консервированный. Получается, вот эту смесь, ее прям на минутку в этот, на две в кипящую воду опускаешь. И все. А еще прикол, смотрите, сейчас написано. Энсаладия де вердурас. Да? На этом. А раньше он назывался Энсаладия руса. И мы все удивлялись, почему же руса, почему же руса. А сейчас в этот раз купила, то есть мы его купили, вот уже буквально тут все эти вот эти перемены с русофобией-то, да, они где-то, ну вот, считай, месяца полтора прошло, не знаю, сразу переделали, что ли, пакет. Ну, не, это точно тот, я не перепутала ничего. Короче, болтать не будем много. Буду делать по обстоятельствам. Решила, что нашла, то сейчас и положим в салат. Все, наверное, положу, да? Или нет? Сейчас посмотрим, как получится. Так, в общем, у меня здесь получится. Сейчас будем что-нибудь новенькое, какой-нибудь салат изобретать. Картошка. Морковка. Горошек свежий получается. Ну, наверное, можно консервированный. Я решила изначально это для салата колбасы все купила. Думаю, порежу им этот курицу. Обжарила чуть-чуть. Без соли, без ничего. Но сейчас мы ее так покрошим. Получится у нас салат. И нашла еще, думаю, чем бы его попикантить. Чуть как-то крупно порезал. Попикантить этот. Как его называют? Блин, да что же я все время слова-то забываю? Ну ладно, я, наверное, волнуюсь. Я, наверное, волнуюсь. Хотя, что волнуюсь-то? Не знаю, я волнуюсь, как получится. В принципе, ничего плохого получиться не должно же, да? Салат как салат. То, что обычно и кладем. Так, сейчас я вот эту вот дреновинку уберу. Я вот не люблю вот эти пленочки всякие, их все снимаю. Я сейчас слюной захлебнусь, если что. Если честно. Потому что уже есть охота. Я ждала, пока все это остынет. Что-то я не учла время-то на остывание. Жарко же. Остывает долго. Никуда не засунешь. Мне уже говорит, давай под вентилятор поставь. Ну, под вентилятор ставить. Это такое дело. Так, ладно. Пускай будет покрупнее. Так. Курица. И сюда же... А, яйца. Три яйца сварила. Ну, я же все на оливье готовила. Я вот что-то не знаю, лук-то класть сюда, не класть. Наверное. Не знаю даже. Я вообще, в принципе, в оливье лук не люблю. Вот я знаю, у меня подруга делает. Ну, вот сколько... Она, говорит, все время она туда кладет маринованный огурец. Или я еще видела туда свежий огурец. Ну вот, например, вкус, когда кладут свежий огурец, мне это напоминает окрошку. Сразу. Мне туда хочется сразу квасу налить. В этот оливье. С маринованным огурцом, мне кажется, маринованный, он весь вкус перебивает как-то. Не то, что остроты дает. Как будто бы я вот люблю без всяких там огурцов. Такой. Классический оливье. Без соленых, без никаких. Я его делаю все время без огурцов и без лука. Вот чего. Еще.
Сейчас попробую майонез. Тоже я не купила. Майонез сделала домашний, поэтому у него не очень такой аутентичный вкус-то будет. Мы же делаем все время на магазинном майонезе. Вот все-таки продукты, они играют все равно свою роль. Тут, когда вот готовишь даже те же самые пельмени, там пирожки, да, надо как-то привыкать. Вот вроде яйца одни и те же, или там, допустим, мука одна и та же, да, ну что, мука и мука. А сделаешь, все равно вкус разный получается. Поэтому, чтобы такой аутентичный вкус, настоящий, как мы привыкли, такой настоящий вкус, чтобы найти, это надо попробовать разные продукты, разные сочетания, там разные вот это вот все. И тогда, возможно, получится. Либо надо идти в русский магазин и там покупать русский майонез, русскую колбасу, вот это вот все. Так. Прям не знаю даже. Давид говорит, он горошек не очень любит. Вот, кстати, а я сказала, да, горошек, наверное, не даст. Ну, наверное, не буду, то оставлю, потом съем. Нашла этот, вспомнила, бекон же у меня есть, стоит. Покупили. Капельку обжарила. Сейчас сюда добавим. Вот он будет для вкусноты. Все это помешаем. Так, сейчас ручонку ополосну. Все это помешаем. И посмотрим, что за салат у нас получится. Вкусно, невкусно, съедобно, несъедобно. Так, еще одну ложку. Все уже, конечно, так есть хотят, что уже просто всем все равно, там съедобно, несъедобно. Так, посолим, посолим. Ничего не соленое. Вернее, все не соленое. Не переборщить бы. Но лучше меньше, чем больше, да? Лучше меньше. Так. Майонез. Майонез опять наготовил. На Маланину свадьбу. Сейчас что-то у меня жидковат в этот раз получился. Тут надо как сходить, Павел, проконсультироваться. Почему он такой жидкий? Ну-ка. Ну-ка. Все хорошенечко перемешаем. Ну, с майонезом. Нет, жидковат получился майонез. Ой. Ну, выглядит почти как оливье. Я, кстати, в оливье, по-моему, и морковь-то не кладу. Да. Ну-ка. Да, блин. Слушайте, ну вкусно получилось-то. Сейчас пойдем пробовать. Мы. Да? Да. Короче, получается, смотрите. Сюда положила я. Если собирать из ингредиентов не из пакетика, а из нормальных таких, да, из свежих. То есть сюда, я думаю, наверное, можно взять пару отварных картошин. Одну морковку, ну, все это кубиками, да. Горошек можно консервированный или такой свежий, у кого есть, чуть припустить. Свежий, я имею в виду, замороженный. Потом яйца, курица, куриная грудинка. У меня грудинка, наверное, можно с любого места, там, окорочка или что. И прям, сколько там, грамм 100 бекона, наверное, получилось. Я его чуть-чуть пожарила на кусочки и на этот. И все. И получается, смотрите, красота же, нормальный салат. Ну-ка. Вон же. Мне кажется, хороший. Я, правда, не вижу, что там снимается. Пойдемте попробуем. Пойдемте уже попробуем. Сейчас попробуем. Ну все, давайте уже попробуем, что получилось. Я себе на тарелочку подставила. Довольно. Ты вышла? Нет. Ну, понравилось. Ну, все, придумали новый салат. Я сам еще на салате нового. Угу. С беконом и курицей.
Отлично получилось. Да? Я бекон. Си. С беконом? Слушайте, он так даже лучше. У него еще пирожок, а у меня не пирожок, у меня тазик салат. Ну все, всем приятного аппетита. Ну классно получился. По идее, что-нибудь новенькое, да? Для разнообразия. Просто шикардосик. Всем приятного аппетита.